на Буйническом поле в 41-м году поэт впервые поверил, что мы сможем победить. И именно там у него родилась идея стихотворения «Жди меня». Строчки Константина Симонова, ставшие манифестом преданности и любви. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». Почему редакторы и чиновники долго не выпускали стихотворение в свет? Это действительно такая внутренняя лирика, предназначенная для двоих. И как оно стало популярным среди солдат вермахта? Симонов написал стихи для русской девушки, а мне казалось, что это песня для всех девушек мира. «Главный день» с Борисом Щербаковым. В среду в 19:40.